Ребяшки, приветствуем вас на обзоре Xiaomi Mi Mix 3. Хорошо иметь друзей в Китае. Это сэмпл, это тестовый образец, и в названии написано, что это быстрый обзор. Это скорее знакомство с этим устройством, не полноценный обзор. Больших тестов здесь пока не будет. Ждем серийную версию, но в принципе это уже почти пред вот такая серийная. Письмецо, все как обычно. Аппарат, сейчас до него дойдем. Язычок аккуратненько достаем, откладываем в сторону. Что в комплекте? Вот это красота! Вы же заметили, да? Беспроводная зарядка в комплекте. По умолчанию Xiaomi Mi Mix 3, который стоит, как обычно, 30 тысяч с копейками рублей, беспроводная зарядка. Стандартная вилка. В европейской версии будет нормальная вилка и USB Type-C. USB Type-C на 3,5 мм, значит, порта этого нет. Скрепка и чехол. Клевый. Приятные. Вот за такое не жалко денег отдать. Класс. Ладно, сам аппарат. Три самых интересных фишки этого аппарата. 5G, 10 гигов оперативки. 10 гигов. Это первый в мире смартфон с 10... Что за код, Дим? Твой код? 10 гигов оперативки, и он умеет делать вот так. У китайца это классно получалось на видео, я вчера весь вечер пробовал так делать, и у меня такое не получилось. Есть куда еще стремиться по поводу толщины рамок, но в этом плане удобно, потому что нет ложных нажатий и пальцы ложатся без каких-то вот сомнений, что куда-то нажмете не туда. Блин, что за зоопарк, Дима? Подписчик наш пришел на Xiaomi Mi Mix 3, прям народ прет. Класс, вот технологии пошли, слайдеры старые добрые. Ладно, давайте по пунктам. Первое, слайдер, зачем они это сделали? Они решили вопрос с селфи-камерой. Вот я селфи-камерой пользуюсь реально раз в 3 месяца, мне она вообще ни разу не нужна. Вот для этих людей сделан этот смартфон, селфи-камеры здесь нет. Если она вам нужна, раз, две камеры, 24 плюс 2 мегапикселя, и одна из них Sony. Остался вопрос технологии распознавания лица. Она тут тоже есть, но нужно сделать вот так, тогда он вас будет распознавать. Если вам это не надо, стандартный сканер отпечатков пальцев. Отлично, удобно, пожалуйста, можно пользоваться так. Два главных вопроса по поводу этой новой технологии, технологии слайдера. Насколько хватит экрана? Постоянно же нажимаете на него и довольно сильно, это вопрос. Что касается механизма, это второй вопрос, насколько хватит его? 300 тысяч открываний, говорят в Xiaomi, по факту, наверное, там 400-500 всегда дается запасом, они говорят 300 тысяч, но это реально много. Там магнитный механизм, то есть как только вы закрываете, он на магнитике схватывается и не болтается туда-сюда. То есть, в принципе, в жизни, вот, уже получше стал работать, прям разъездился. То есть в обычной жизни она никак не выскакивает. Реально смартфон лежит в руке, оно там, вот я держу по-разному, оно в руке лежит очень плотно. Применяйте усилия, магнитик отщелкивается, на другой магнитик перескакивает, и все стоит ровно на месте. Клево, в этом плане правда удобно. Пункт номер два – это экран 6,39 дюйма, красавец, большой. Вот спеки, AMOLED, красота, отличная цветопередача, вопросов никаких нет. Главный вопрос, конечно, по поводу нажатия на экран. Вот мы все нажимаем, чтобы открыть слайдер, насколько хватит экрана, не появятся ли там какие-то... Я уверен, что все это продумали, но все равно интересно, через полгодика надо будет посмотреть. А по спекам, конечно, все отлично, Xiaomi, уровень, топовый смартфон – это ок. Начинка тоже, разумеется, топовая, Qualcomm Snapdragon 845. Причем память здесь встроенная быстрая, UFS 2.1. Здесь Quick Charge 4+. И повторюсь, в комплекте уже бесплатно лежит блямбочка беспроводной зарядки. Вот такая. Какая-нибудь там, лишь бы что-то заряжать. А это мощная беспроводная 10-ваттная зарядка. Следующий пункт – это камера. Переходим к камерам, переворачиваем. Сзади он классно смотрится, по-настоящему премиально, ничего лишнего, просто камера, сканер отпечатков пальцев, идеально так немножко утопленный в глубину, и надпись Mix. Если вы надеваете чехол, ну, уже немножко не то, не так элегантно, зато не ляпается, потому что задняя поверхность, как вы поняли, глянцевая, и все это происходит просто моментально.
Так вот, камеры. Две камеры по 12 мегапикселей. Первая камера – это модуль Sony. Вторая камера – это модуль Samsung. Xiaomi такие, да какого вообще? Пускай будет Sony и Samsung. Смартфон тестовый, сравнивать не будем, но сказали, что показать тестовые снимки с камеры можно. 10 тестовых фоток, поехали. Ну и селфи-камера, разумеется, 24 мегапикселя основная, вторая камера 2 мегапикселя, это для функции боке. Да, еще по поводу основной камеры, две важные фишки, это функция искусственного интеллекта, она там все подстраивает под вас, сама знает, какие параметры выставить, и медленная съемка 960 кадров в секунду, 720p, а вот это круто. Какие еще фишки остались? Это еще фишки остались. Да, первое, Android 9, уже по умолчанию, с фирменной оболочкой, конечно же. Bluetooth 5.0, NFC, точный двухчастотный GPS. И вот самое интересное, у версии этого смартфона еще будет два апдейта. Вернее, одна особенная версия и второй апдейт. Это 5G-версия, она появится в следующем году, а также версия Forbidden City Palace Museum. Вот это классно. Xiaomi придумали такую фишку, стали делать разные специальные версии смартфонов. Как вы помните, у Mi 8 есть у нас Explorer Edition, красавец, да, а у этого будет Forbidden City. 10 гигов оперативки, 256 встроенной памяти, гравировка на задней панели, в комплекте будет позолоченная статуэтка, беспроводная зарядка, особенная, специальная, чехол и подарочная карта на 10 гигов трафика ежемесячно в течение 3 лет для Китая. Офигеть. Ну, казалось бы, да, такой 1100 должно стоить. Xiaomi, как обычно, на своей волне. Новый Mi Mix 3, слайдер, топовые характеристики, офигенные камеры, беспроводная зарядка в комплекте. Минимальная конфигурация, ну, как минимальная, 628, 31 228 рублей. 8128 стоит около 34 тысяч, естественно, все это в Китае, речь идет о Китае. И 8256 около 37 800 рублей. Версия Forbidden City будет стоить 10-256 гигов встроенной памяти, 47 300 рублей за такой смартфон. Ну, конечно, жалко, что мы не в Китае, все эти бонусы в виде трафика бесплатного нам будут недоступны, но ценник, конечно, роскошный. За гравировку и позолоченную статуэтку в комплекте можно заплатить. Xiaomi Mi Mix 3 – это быстрый обзор, приехал из Китая с спецбандеролькой и так далее. Ссылочка на наших друзей, ребят из Интерстепа внизу. Рекомендуем кликнуть, посмотреть, полезная штука. Напишите прямо сейчас, что вы об этом думаете, насколько это удобно и полезно. И что касается цен. Ориентир 32-33 тысячи. В Китае у нас будет, наверное, там 37 плюс-минус, вот что-то вот такое. Xiaomi Mi Mix 3, спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели. Увидимся.